Известный дипломат и композитор Давид Мнакоцанян привез в Ульяновск свои музыкальные произведения. Концерт, приуроченный к юбилею Министерства иностранных дел страны и дипломатических отношений между Арменией и Россией, прошел во Дворце культуры «Губернаторский». В исполнении музыкантов Ульяновского симфонического оркестра прозвучали произведения композитора, пьесы «Мой путь», «Ульрика», «Рождественская фантазия», «Весна» и концерт для фортепиано с оркестром Алексея Курбатова, написанный на темы Давида Мнакоцаняна. Сегодняшний вечер показал, что музыка не имеет границ, не имеет национальности. Я безгранично признателен вашему оркестру. Это прекрасный оркестр, чудесный оркестр. У меня есть все основания это утверждать. Давид Мнакоцанян в прошлом профессиональный музыкант, скрипач, артист симфонического оркестра. Однако в дальнейшем выбрал карьеру дипломата и много лет проработал в центральном аппарате МИДа. Свое первое сочинение «Мелодию My Way» он написал в 58 лет. Как отметил автор, музыка всегда помогала ему в дипломатии, ведь она сближает людей разных национальностей и веры. Я начал писать музыку в Швеции. И уникальное явление заключается в том, что я ежемесячно в Генеральном консульстве России устраивал дни открытых дверей, такого никогда еще не было. Дни открытых дверей, куда мы приглашали пенсионеров, куда приглашали бывших сотрудников правоохранительных органов, бывших таможенников, бывших, не знаю, в общем, ветеранов. И у нас были двери открыты, приходили, конечно, это самая лучшая дипломатия. В день концерта гость вместе с Михаилом Сигельманом, солистом и ведущим концерта, встретились со студентами и преподавателями музыкального училища и педагогического университета. Анна Тищенко, Улправда ТВ.